Книга пророка Исаии, глава 1. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме во дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит». Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего, а Израиль не знает, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные — оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красный, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои — законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев, о, удовлетворю я себя над противниками моими
и отмщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе, ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды, и сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит.